Вы, наверное, имеете в виду, чтобы козни какие-нибудь строить, да? Да. Или... ну все понятно. Ну, я могу сказать, что, вероятно, в нашем кругу считается, что, например, я и София Ротару не подруги. Я думаю, что это не близкие подруги, так скажем. И было бы странно, например, утверждать, что нет, мы очень дружим и любим друг друга. Но я вам сейчас скажу, и вот если сейчас София Михайловна, Сонечка сейчас смотрит это интервью, то она может подтвердить, что когда бы я ни была в Ялте, то есть первое, что я делаю, это звоню ей, как хозяйке, можно сказать, эстрадной хозяйке этого города. И говорю о том, что вот я приехала в Ялту, и передайте, пожалуйста, привет. И если будет какая-то возможность встретиться, то с удовольствием мы встретимся. Это я вам как на духу говорю. Ну, мне кажется, было бы странным. У нас не так много людей, чтобы поддерживать плохие отношения, а не хорошие. Правда, есть такие доброжелатели, которые... Вот тут пришел ко мне композитор Теодорович. Он пришел, я думаю, что он так ходит, смотрит, везде разглядывает. Я говорю, вы что-нибудь ищете? Он говорит, да, мне сказали, что у вас здесь висят плакаты Ротару, значит, и где она вся перечеркнута, значит, и самые плохие открытки, значит, с ее изображением. Я так. То есть мне было и грустно, и смешно, понимаете? То есть, кому-то это надо, вероятно, распускать такие слухи.